Ну, я не все так давно и вспоминаю. Мы рады приветствовать на презентации клуба компании Marshall Carter Dark Limited. И мы с радостью готовы презентовать новую версию нашей операционной системы для наших гостей и высокопочтенных клиентов. Долгие годы качество обслуживания нашей системы было на высоком уровне. Не скроем, аномальные свойства проявлялись в разных состояниях, и тем не менее, даже побочные явления происходили без каких-либо тонких изъянов. Напомним нашим новым гостям и старым добрым друзьям. Операционная система GIPS.native.org представляет из себя комплекс программ, приложений, инструментов и явлений, собранных в одном месте, в вашем личном именном предмете. И не важно, что это, будь то фамильная реликвия, перо, картина, предметы личного обихода, нам подвластны любые технологические и консервативно-традиционные способы создания любых предметов любых размеров. Задачей системы является упрощение, удобство и комфорт пользователя. Наши клиенты часто встревают в жизненно важные и чрезвычайные ситуации, потому мы обязаны находиться постоянно в ногу со временем, чтобы не было каких-либо конфузов. Разумеется, все тонкости и возможные последствия мы описываем в пользовательском соглашении, поэтому мы требуем очень внимательного изучения наших требований и советуем правильно вам осознавать ваши прихоти, требования и желания. На данный момент мы произвели обновление некоторых инструментов. Некоторые функции, призванных укрепить вашу позицию в обществе, теперь не требуют особых материальных затрат, как было раньше. Манера речи, ведение разговора, связь системы – это все подкрепляется психологическим образом. И нет, никаких газов мы больше не используем, как выразился ошибочно некогда мистер Картер. Электронные системы ваших устройств больше не будут подвергаться магнитным силовым воздействиям, но советуем чаще носить с собой беруши, мало ли, когда враг может неожиданно ударить. Сохранение банковских ячеек, счетов, экономической опоры, теперь вы можете не беспокоиться как за прошлые 25 лет вашей жизни, так и за следующие 30. Ваши черные дела и стабильный доход не пропадут. Так, в заключение мы хотели бы подчеркнуть важную деталь. Наши качественные товары и системы могут очень фатально отнестись к вам, так как они свойственны обращать свою неживую суть своего предмета в осознанность и существование, если он будет достаточно долго им пользоваться. Благодаря нам мы даруем вам ряд утилит, способных обеспечить вас, ваши семьи, ваш род, но могут также и убить, стереть вас, свергнуть в ад. Так что, прежде чем мы завершим наш анонс, просим подумать над простым и тем не менее важным посылом, который мы вам отправим. Зачем это все вам?